В США задумали легализовать галлюциногенные грибы. Вот веселушка-то какая. Да, супер новости. Сыплятся в последнее время на нас из США чуть ли не каждый день. Вот буквально каждый день прекрасные, замечательные новости. Сначала легализовали траву. Потом массовый призыв в армию трансгендеров и трансвеститов Соединенных Штатов Америки. Теперь легалайз грибочков. С нетерпением ждем, когда легализуют кокс и героин. И вы сразу поедете туда и будете все пробовать легально? Нет. Я дождусь, когда Колумба признают военным преступником и поеду сносить ему памятники. Сволочь, он же миллионы индейцев натурально истребил. Там жесть, что он творит. Вы такой кровожадный. Это он кровожадный, а я хочу военному преступнику снести статую. У вас даже глаз задергался немножко. Неправда. Правда. Ничего не дергалось. Раскрыта грязная правда о напитках на борту самолета. Но я вам ничего об этом не расскажу. Блин, страдайте, летайте интересно. И страдайте. Почему мы не обсуждаем реально интересные новости? Грязная правда. Они что, они там использованы, какие-то вторичные соки подают или что? Слушай, там как-то очень сложно. Там, оказывается, находятся цистерны. Угу. Вот. И они их промывают то ли два, то ли четыре раза в год. О-о-о. И весь осадок остается. Но я своими глазами видел, когда они подкатывают тележку, они как бы раскручивают бутылку. Но они же из коробок наливают. И со спиртным, наливают. Да, и, видимо, в цистернах хранится сок, газировка, это коричневая американская, и вода. А потом они постоянно путают и заливают одно не туда, а перед тем, как подать, они наливают, видимо, вот все туда. А почему именно коричневая американская газировка? А как же русская зеленая? А может быть, журналисты, например, в интернете, которые писали грязная правда о напитках на борту самолета, может, они имели... А, я понял, они пьют воду из унитаза. Она же тоже в цистерне. Они ходят в туалет пить воду из унитаза. И теперь они раскрыли грязную тайну. Как же вас осенило-то так? Вот это озарение, луч света. Но сейчас клином на вас просто сошелся. Я своими глазами видел, как они бутылочки открывали, они скрипели, когда вот пробочка. Так, знаешь, все, унитазные ваши темы вот эти, да. Вот давайте изолируем.